Здравствуйте! Вы смотрите канал Максимадзе, и сегодня мы играем в Hello Neighbor. Ну что ж, долгожданная весна наступает. Собственно говоря, начинается таяние снегов и льдов. У кого-то да, у кого-то нет, у нас еще снег пока не тает. Грязь, конечно, есть, но так снег еще есть. И сегодня мы играем в мод, который называется Hello Mountain. Давайте сыграем в него, пока в нем не растаял снег. Этот мод я скачивал в обзоре на про то, как в Стиме моды вообще устанавливаются. Я снимал обзор. Весна, к сожалению, недобрая, как в прошлом году, да и в позапрошлых годах некоторых тоже. Потому что война. Все мы уже знаем про то, что началась война. И в связи с этим мне придется более короткие видео делать, более простенькие, так сказать. Потому что из-за этой войны санкции же ввели. У нас, по крайней мере, интернет слабее сделали. Настолько слабее, что мне очень тяжело загружать видео. Я вот GTA Vice City видео загружал, оно загружалось 4 часа. 4, мать, часа оно загружалось. И нельзя просто сделать так, типа оставить на ночь и лечь спать. Если ведь компьютер в спящий режим уйдет, если он уйдет в спящий режим, загрузка приостановится. Поэтому такие вот дела. К сожалению, и вот в связи с тем, что снег идет даже в доме. К сожалению. Потолок у нас какой-то такой непонятный. Ну, в общем, тут в этом моде идет снег. Он такой зимний. И из-за этого снега, к сожалению, подлагивает. Никаких 60 FPS не наблюдается. Короче, в сюжете, в описании мода сказано, что сосед живет на какой-то горе. Давайте проверим, так это или нет. Ну, похоже, кстати, что это так. Да, мы похожи на горе. Настолько высоко, что не видно земли. Короче, это дом из акта 2, из оригинального Hello Neighbor. Но понадобавились мельница, железная дорога добавилась. Ну и тут вообще дом будет другой. Скорее всего, тоже в несколько серий обойдется это все. Попасть нам надо в подвал, как всегда. Но в этот раз, я так понимаю, нам надо попасть вон в эту... Вот подвал у нас находится вот здесь, за этим забором. Дыре. Короче, судя по всему, мне придется делать ролики меньше по длине, и чтобы их укладывать было проще. Сейчас уже из-за войны не работают Facebook и Twitter, Instagram у всех, не у всех, у некоторых работает нестабильно. Говорят, что его тоже будут заблокировать. Но надеюсь, что это не коснется Ютуба. Если это коснется Ютуба, вообще все плохо будет. Ладно, короче, это наш дом. Как в бетке. Как во всех трех бетах оригинального Hello Neighbor. Телевизор, который не включается, к сожалению. Так, кухня и ванна, к сожалению, без двери. Кранчик-то работает? Конечно, работает. Ну и давайте пробираться в дом к соседу, будем смотреть там манекен. Опа, уже нашел. И чё так музончик тут играет? Интересный. Короче, будем пробираться в дом. И будем смотреть, тут есть звонок, которого не было в оригинальном Hello Neighbor. Но он был при этом в альвах. О, блин, вы посмотрите. Довольно-таки уютненько сделано, вы посмотрите. Так, давайте сюда заглянем.
Сосед дверь выше, похренеть. Давайте проверим шкафчики, я не знаю, что ли. Так, ну здесь пусто. Проверяем каждый шкаф, потому что, зная мододелов и разработчиков игры тоже самой, всякие ключи, переключатели могут быть где угодно. Так, бананы, ну бананы нам не нужны. Нет, здесь нету. Надеюсь, что сосед сюда не придет. Отмычка может где-то лежит и так далее. Не, нету ничего. Опа! Не зря мы проверяли. Вот и ключик. Быстренько мы нашли первый ключик. Пока не знаю, правда, от чего он. Но вроде бы не от этой двери он. Не от этой, не от этой. Ну, кстати, вот выглядит... Вот это вот... Здесь, вот здесь кухня. Теперь здесь не спальня, здесь кухня. И сделана она очень уютно. Мне нравится, как она сделана. Так, давайте второй этаж проверим. И второй этаж тоже хорошо выглядит. Так, здесь надо красный ключ. Столик. Смотрите, здесь удобно сделано. Так, этот ключ, я так понимаю, отсюда. Здесь какой-то... Здесь генератор какой-то. Опа, опа. Это батут. Так, нам туда прыгать надо, но тут закрыта решетка. Так, вентиль. Вентиль. Что-то надо с вентилем делать. Вот трубы идут. А-а-а, все понятно. Надо кранчики вот эти крутить. А, кстати, мы еще вот это не посмотрели. Там какой-то рычаг. Здесь красный ключ лежит. Но тут закрыта решетка, я не знаю, как ее открыть. Так, сюда надо вентиль. Правда, не знаю, что он пока дает. Но мы разберем. Опа-на. Это переключатель. Ну-ка, давайте, надо, мы должны достать его. Давай, я дотянулся? Нет, я не дотянулся. Надо допрыгнуть до него как-то. А, вот, дотянулись. И решетка вот эта открывается, окей. Быстренько, пока на ходу все делаем мы. Красный ключ мы берем. Там закрыт, там решетка закрыта, и здесь... Давайте спустимся, посмотрим, может тут переключатель какой есть. Хотя вряд ли, на самом деле. Скейт, ну скейт, бесполезный предмет в игре. Пластинки. А что насчет ящика? Не, тут пусто. Ну как, дом выглядит? А хорошо, что сюда хотя бы снег не идет. Давайте смотреть, что за этой дверью. И что? Тут нету ничего. Здесь тогда что-то должно быть. То тут ничего нету. В смысле? Может, я стекло разбить должен? Может, там проход? Может, это чтобы я туда вошел? Давайте попробуем. Да, уже засек. Ну да, похоже. Да, похоже, я сюда попасть должен был отсюда. Как солезть-то сюда? Я так понимаю, по этим штукам надо прыгать. Ну точно. За коробкой что-нибудь есть? Нет. Зачем я ее выбросил? Блин, надо было на ней забираться. Я же не допрыгну до этой. А что в других комнатах, кстати, мы тоже должны посмотреть. Так, там еще один кран я вижу. Так, ладно, пусть там полежит.
Мы должны дойти до того крана и открыть его. Что-то не пойму. Он там или нет? Нет, он не. Нет, тут его нет. Так, краник. Открываем кран. И еще третий, я так понимаю, где-то должен быть. Мэри Крисмас. Надо было, наверное, в декабре этот мод снимать в конце. Ну и ванна, наконец-то. Ванна тоже выглядит хорошо. Что ж, автор молодец. Хорошо сделал этот мод. Блин, может спрятаться пока лучше. Вот телевизор, если я включу, это не даст ничего. Потому что в релизной версии убрали такую функцию, что телевизор отвлекает соседа. И я не понимаю, почему ее убрали. Вообще не понимаю. Так, ладно, давайте возьмем коробку и еще раз туда пойдем. Потому что, ну... Да, я так и думал, что он тут. А зачем я сюда поставил коробку? Ну, потому что где же... Мы же в остальных местах смотрели, там его не было. Пусть дверь открытая будет, чтобы нам не пришлось постоянно бегать. Да блин, он опять здесь. Еще подлагивает, это немного раздражает. Так, надо выманить его на улицу, потому что он не дает мне на второй этаж попасть. Блин, коробка полэкрана занимает. Так, бежим, пока он нас не заметил. Камера где-то. Может, он не заметит тут нас? Так, ну вряд ли он попадет сюда. Поэтому прыгаем тут. И здесь на коробке должны были попасть сюда. Потому что я бы сюда иначе бы не допрыгнул. Так. Кран. Тут надо воду спускать. И сюда вентиль тоже надо воткнуть. Так, это я помню. Там надо было на батуте запрыгать. Так, тут еще одна какая-то лесенка. Надо пролезть туда. Так, допрыгну. Не допрыгну. Ну ладно, зато гаечный ключ добыли. Уже хорошо. Попрямее запрыгнуть попробуем. Не, что-то меня просто оно откинуло не туда. Не, надо на ту лесенку попасть. Мне кажется, там что-то должно быть. Не просто так же она тут стоит. Так, ну сосед вряд ли сможет попрыгать вот так. Хотя может включить пылесос. Да что ты соскальзываешь? Крыша дурацкая, блин. Да блин, ну не можешь, не может стать нормально. Да что с ней такое, а? Как допрыгнуть туда-туда? Да блин, да он не прыгает просто туда. Как я в прошлый раз туда залезал? О, отлично. А, к последнему крану просто идет. Понятно.
Так, ладно, раз уж мы гаечный ключ забыли, значит его надо использовать. Дом у соседа меня впечатляет. Все аккуратно, уютно расставлено. И сложности я пока сильно не наблюдаю. Ни шиша не видно вообще. Дайте коробок сюда. Ну вот другое дело. Там я ключ какой-то вижу. А еще ломик. И холодильник. В холодильнике, возможно, что-то ценное. Так, здесь еще одна лестница. Так, не знаю, пригодится ли гаечный ключ еще. Давайте здесь у вас положим. Не, поровнее. Поровнее, я сказал. Во, вот так, кстати. А пока посмотрим, что здесь. Так, ну шкаф, понятное дело. Так, проверяем все шкафчики. Все эти ящики выдвижные. Ну, что ты пролезть сюда не можешь? Ну, я так понимаю, здесь плавает акула. Как и в оригинале, здесь плавает акула. И, да, я видел тот кран, который спускает воду. Опа, а вот и последний кран. Хорошо, быстренько этот процесс пошел. Я, кстати, читал в комментариях этого мода, что что-то люди не могут ключ-карту нигде найти. Мы попробуем поискать, конечно, но на всякий случай у нас есть вот это. Как вы, наверное, помните. Что ж, мы все три крана открыли, вентиль должен там, по идее, отпасть, и мы можем деактивировать акулус, убрать эту воду. Если та труба, конечно, от нее. Так, давайте сначала посмотрим, куда эта лестница ведет. Ага, к трамваю. К трамваю. Так, ну трамвай запустить надо. Нам надо найти станцию с пультом управления от поезда. Опа! А, тут нету ничего. Жалко, жалко, жалко. Так, мы должны сходить на второй этаж и посмотреть. Пошел нафиг, сосед. Ой. А где вентиль-то? А, вот он. Вода льется. Так, он поставил камеру. Я прям чувствую. Это что сейчас было вообще, блин? Так, ладно. Краники мы должны пооткрывать. Я там видел. Я видел вон там один, по-моему, или два. Нет, два. Мы должны попасть туда. А там никаких не было. Опа, тут что-то есть. Подвал был раньше, а здесь земля. Землю, наверное, вскапывать надо, но так тут ничего больше нет. Понавешал камер тут, блин. Ничего себе, да там 4 камеры как минимум. Так, понятно, надо вырубить электричество. Это его отвлечет. Наверное. Да блин, ну почему он здесь-то? Понаставил везде камер. И теперь все время там тусуется. Время провождения проводит. Досуг проводит там свой теперь. Да что ты?
Да, он походу туда сейчас пойдет. Капкан поставил, вот собака. Да, и туда пойдет он. А, свет выключен. По-прежнему. Что ты не бросил-то его? Так, теперь давайте бросим вот в переднее стекло чего-нибудь, чтобы его припереть сюда. Блин, он здесь. А, он электричество включил назад. Ну иди туда, смотри, я там окно тебе разбил. Пошел ты. Шкафов нигде нет. Тут спрячемся. Тут здесь как раз, краник, кстати, есть. Так, может, он потеряет нас? Да, ну сюда он вряд ли полезет, если нас не заметит. Он там. Я видел, как дверь открывается. Возьмем кассету, чтобы окно там разбить. Когда уже он уйдет из этой комнаты, а? Где тут краник-то этот был? Тихо-тихо, не падай. Так, вот первый. Вернее, второй. Так, вот третий. Это обязательно. Так, и еще один, я помню, там надо пролезть. Если, конечно, я туда смогу вообще пропрыгнуть. Вот так. Вот, последний кран. Ну и вроде бы все. Больше кранов я не видел. Давайте испытаем, работает ли та штука. В каком он окне сейчас? Блин, я так и думал, что он здесь сейчас будет. Интересно, а что с электричеством? Оно включено или нет? Включил, зараза. Его включено, лучше оставить. Сложно, сложно тут обходить его. Не думаю, что нам вентиль пригодится, хотя на всякий случай пока не будем выбрасывать. Потому что запросто может пригодиться. Мало ли что. Да блин, он здесь! Дай залезть мне сюда, блин. Ну, здесь-то он меня точно не найдет.
здесь, ему меня не найти. Скорее всего. Так, он где-то окно вышиб. Я, по-моему, задел, я, по-моему, дернул этот рычаг, но не знаю, дало ли это что-то или нет. Блин, сосед уже заколебал вообще, серьезно. Проверим, дернул ли я или нет. Так, тут камеру я снял. Ага, заработало. И что это открывает? Непонятно пока. Ага, все, теперь можно туда попасть. А, вот и станция управления поездом. Я не знаю, что этот рычаг открыл, но разберемся. Кстати, мы акулу вроде как смыли, значит, можно попробовать там залезть. Ладно, сначала акулу посмотрим, есть ли там что-то полезное. Что за напасть? Да. Теперь можно попасть туда. Опа, лопата. Как и в оригинале. Лопата там тоже лежала здесь. Так, тоже закрыто. Почему закрыто-то все? Комната с камерами. Дырка. Ну, тут дверь закрыта, потому что там решетка мешает. Как и здесь, да? Ну да. Лопата. Лопата по-любому от той земли, которая в подвале. Которая дверь подвала видна. Скорее всего, я так думаю. Других вариантов в голову-то не приходит. Давайте проверим. Так, не надо, чтобы он наслоил, потому что... пути некоторые закроются. Я имею в виду окна. Вот капкан он то, что поставил, вот это плохо. А, он не... закрытый. Ну-ка. Ага, действительно. Так, ключ от машины. Магнит, хорошо, магнит, магнит, магнит. Магнит я по-любому знаю откуда. Ключ при магните. Так, ключ добыли, я, кажется, догадываюсь, от какой он двери. Я не успел открыть ее. Ничего сделать не дает. Надо убрать капкан отсюда, он мешается. Дурацкое кресло, оно мешается. Холодильник, холодильник, открывайся. Холодильник пустой. Так, ну мы ломик добыли, значит можно открывать уже этот.
А для чего ломик-то, кстати? Он оттуда, да? А, ну да, здесь доски. Но тут досок был не видно было изначально. Так, ладно. Надеюсь, ломик нам больше не понадобится. Ну, а если что, пусть тут лежит. Ну и ключ-карта у нас осталась, которые я читал в отзывах, не могут найти. Так. Вот поезд мы вроде бы завели, значит, нам надо наверх подняться и проверить, так это или нет. Окей, поезд едет, только что-то очень медленно. Давай быстрее езжай. Пока он едет, мы посмотрим, что в округе, что тут важного вообще. Зачем нам поезд? Куда он нас может привести? Вроде бы мы все комнаты, ну кроме тех вот, которые там, где решетки за дверями. Там наверняка ключ-карта там где-то должна быть. Опа, стоп, стоямба. Переключатель. Тут, кстати, уже открыт, тут, кстати, она уже открыта. Возможно, мы рычаг какой-то дернули, что она открылась. Не помню, правда, где. А, вон там какой-то рычаг был, я помню. Может, это от нее? Так, наверное, поезд нам не нужен. Мы все эти позбивали штуки. Но больше вроде никуда он не ведет. Так, какой-то переключатель, и вот что он открывает. Единственное, что я могу предполагать, это... Комната, где находится батут. Ставил тут своих. Ну, я тут не мог никуда уже деться. Он тут везде камер понаставил, блин. Да пошел ты нафиг. Вот как достал, а. Кидануть бы в него вот этой хренотенью. Ну, блин, но, правда, я не прошел бы через него. Нет, нет, давай, давай, опа. И правда, решетка открылась. Так, ну-ка, вырубай это нафиг. Камеры мешаются очень сильно. Так. Так, все, мы пробрались в эти комнаты. По идее, где-то ключ-карта должна лежать. Давайте поищем. Ну а если что, у нас есть тренер. Окей, понятно. Так, еще вот эти шкафы надо проверить. Давайте магнит еще задействуем, потому что магнит прям ключ-карту магнитит. Магнитить может. А тут ничего нету. Что? Вот он, вот же она. Но там вроде ничего не было.
Короче, я так понимаю, карта застряла в текстурах. Но мы нашли ее. Отлично, значит, мы можем открывать подвал, и никаких несколько серий нам не пригодились. Мы за одну серию все прошли. Открываем. И заходим туда. Что там нас ждет? Что там такое? Ну, тут и правда что-то есть. Только почему здесь рябение? Вау. Ты умер. Спасибо, что играли в мой мод. Мод делался один день. Что-то быстренько, не так ли? Ну, а вот и FPS поднялся. Потому что снега нет. Friends for players this mod. Сдалт. Что ж, мод очень хороший. Мод прекрасный. Концовка, правда. Концовка плохой, правда, оказалась. Мы сдохли, типа. Но мод все равно прикольный. Отдельнейший респект за снег. Этому моду галочку без сомнения ставить можно. Никаких секретов тут нет, кстати. Потому что в предыдущем моде был один секрет после финальной. Какой-то звук только что был, по-моему. Был один секрет небольшой. Понятно. Сосед появился. Ну окей, короче. Такой вот модик получился реально крутым. Мне очень понравился. Хоть и подвал тут что-то маленький совсем. Ну и неважно. Снег вот этот падающий полностью компенсирует. Всем спасибо за просмотр. С вас и господи, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в ВКонтакте. И всем пока.